мини-обзорчик, если можно так сказать, на самую популярную беспроводную зарядку Fantasy. Вот такая фантазия. Купил я ее. Не суть важно, когда купил. Главное то, что она все-таки пришла мне ко мне только вчера. Только вчера я ее получил. И что самое интересное, она даже работает. Она работает, светится. Ну-ка, иди сюда. Красненький, синенький. Все это работает. Все без проблем. Заряжается. Заряжается так, как надо. Упакована была, ну, простой. Быстро формированный. Коробочка. Тут все данные написаны. Вот. Ну-ка, фокусируйся. Причем отдельным пунктом подчеркнуто. Low temperature. High efficient driver design. Safe. То есть она еще и безопасная. S7 она зарядила приблизительно за полтора... Не, вру. Два часа с копейками. 2.20 что ли, что-то такое. Но он был разряжен практически в ноль. S7 Edge. И вот, в принципе, что случилось с ней самой после окончания заряда. Та-дам! А зарядка, в принципе, очень популярная. Много там видосов на Ютубе, ее все хвалят. Хорошая, наверняка. Возможно. В некоторых случаях. Спорить не буду. Беспроводная зарядочка. Wireless and limitless. Беспроводная и безграничная. Ну вот пускай она и едет без проводов в мусорку. Пользоваться такой реально стрёмно. Отписал продавцу, продавец деньги вернул без проблем и посмотрел, что у него уже буквально вот после того, как я ему написал, они сняты с продажи. Молодец продавец, побольше бы таких. Пожаловался, написал, что это небезопасно, отослал ему фотографии и он снял товар с продаж. Правильно? Молодец. А вместо этой зарядки у меня была куплена, которой я пользуюсь, вот такой Fast Charge. Не знаю, он ноунейм какой-то, безымянный, пришел вообще в простой коробочке, белой и в мешочке. Слегка нагревается вот в этом месте. В самой ножке. Но не критично. Измерял я его пару раз. Этим самым. Как он называется? Как вот эта штука называется? Ну, в общем. Замерял температуру, больше 50 он не показывает, соответственно, он больше и не плавится, и стабильно держит такую температуру во время заряда. Заряжается по времени примерно точно так же, как и с Fantasy. Но Fantasy, конечно, да, выглядит она попрестижнее. Когда ставил на зарядку, место ловить не надо, там плюс-минус приблизительно бросил телефон, главное, чтобы она посередине была. И он заряжается как бы без проблем. Все хорошо. Но результат может быть реально плачевный. Вот так. Осторожнее с дешевыми зарядками. Не оставляйте никогда без присмотра, особенно во время первого заряда.
удостоверьтесь, что она действительно выдерживает температуру, что она не нагревается, что она не плавится, не воспламеняется. После чего пользуйтесь на здоровье.